Вы последние. Ну да, тут щетки надо. Последний день надо уже купить. Не, у меня там где-то еще есть, я забыла. Ты же купила. Да, я же говорю, там где-то есть, надо достать. У нас везде там где-то что-то есть, где мы всегда все забываем. Старость не радость. Да. Мы вложим и... Да, и забываем. Да, Джан? Здравствуйте, мои дорогие Джаночки. Добро пожаловать. Ой. Ко мне на телефон звонит. Да, будем заново снимать. Подойди. Снова второй заход. Опять говорю. Здравствуйте, мои дорогие Джаночки. Добро пожаловать в нашу осеннюю баварско-франконскую кухню. Сегодня хочу вас всех порадовать. И себя тоже порадовать. У меня сегодня такой, как сказать, это люкст. Желание на селедочку. Нет, сразу говорю, мы не беременные. Но мы с Климом вчера так сидели, говорили, охота... Селедочки. Селедочки, да? Под водочку, водочки нет. Но есть ликерчик, сегодня попробуем ликерчик. Джаночка. Как нет водочки, Ян? Джаночкам покажем ликерчик. У меня припасся навсегда. Ну, вы все видели уже, да, манго-ликерчик. Очень жаль, что так мало просмотров, Джаночки, очень жаль. Потому что этот ликерчик... Не любит. Да. Любит водку, наверное. Мне уже сегодня Клим все подготовил, видите, я сегодня королевичная. Пришла на все готовое, буду сейчас только собирать, как говорится. У нас сегодня будет франконский салат. Это типа, скажем того, немецкая селедка под шубой. Вернее, баварская селедка под шубой, да? Баварская или франконская? Не знаю, Джан. Да, типа да. Наши, да? Но на ихний фасон, по ихнему вкусу, как они делают. Наши немецкие товарищи абсолютно не знают, что такое селедка под шубой, но очень любят. Во всяком случае, когда угощаем их, они прям без ума. Вот, но сегодня я вас хочу всех угостить бесплатным немецким рецептом франконской селедки под шубой. Она, конечно, не под шубой, она немножко по-другому готовится, но принцип один и тот же. Итак, что нам нужно для сегодняшнего супер-вупер витаминного салата? Итак, нам понадобится селедка, свекла свежая, яблочки, маринованные огурчики, свежий лучок, одна головка репчатого лука, ну и, конечно же, картошка. Соль, перец, сахар, все это по вкусу, конечно же. Итак, все, переходим. Так, что мы делаем в первую очередь? Я поставлю это все. Кстати, хочу сразу сказать, очень многие меня спрашивали, да? Что вы готовите в вашей пароварке? Девочки, в этой пароварке готовится все, что вы хотите. Вообще, начиная с риса, кончая мясом, овощами, фруктами, господи, рыба. Ну, что вы хотите? Вот что вы хотите, здесь можно все готовить. Все. Я много чего здесь готовлю, просто мы как-то не снимаем, потому что я знаю, что ну, не у всех людей это есть. Поэтому я и не ставлю акцент на пароварке, да, чтобы потом не писали мне, что «А где мне взять такую пароварку? У нас их нет» и все такое. Поэтому я в основном готовлю все или в духовке, или на плите, или на газу, ну, как и у всех дома. Но на этой пароварке это просто сказка. Вот сейчас я, например, буду делать картофель, а картофель у нас к этому салату будет идти сепарат, отдельно, просто как гарнир. У нас будет сегодня салат из селедки франконский, и на гарнир будет идти обалденно вкусная картошка, да, из пароварки. Что я делаю? Это вот шикарный буряк, свекла, да, я ее сейчас всю буду запекать в духовке. Можно, конечно, и сварить, но я хочу запекать. Вот такая вещь прекрасная. Я ее сразу сейчас же посолю немножко. Чуть-чуть. Также немножко поперчу. Добавлю немножко оливкового масла. Ну, где-то... Ой,
2 столовые ложки. Свекла очень любит маслица. Вот это сейчас перемешиваем. Вот так раскладываем по всему периметру, да? И отправляем в духовой шкаф. Ставим на 180 градусов. Свекла уже в духовке, теперь переходим к картошке. Картошку можно и просто отварить, да? Можно в мундирах отварить, как хотите. Я ее ставлю в пароварку, мне так быстрее и удобнее. Она выходит уже готовая. Всем вам советую, как я уже говорила, у меня марка Миле, немецкая, хорошая, качественная марка. Так, все, это нам более не нужно. Картошку я немножко сейчас просто крупные куски сделаю пополам. Так, точно так же солим всю картошечку обязательно. Вот так вот размешиваем, чтобы все хорошенько рассолилось, посолилось. И обязательно добавляем немного сливочного масла. Вот так вот. Можно и не добавлять, но я люблю потом этот соус, который здесь остается. Он такой маслянисто-золотистый. Им просто можно немножко облить саму картошечку. Безумно вкусно. Молодец. Я уже все приготовил. Все. Отправляем это тоже в пароварку. Закрываем. И включаем. 25 минут поставлю. Окей. Самый главный, самый долгий процесс уже пошел. Переходим к следующему. Сейчас будем просто нарезать. Нарезать мне нужно яблоки, селедку и лук. Все. И потом это все смешаем с домашним майонезом, конечно же. Будем делать домашний майонез. Сейчас я все яблочки порежу. Яблоки желательно брать к этому салату кисленькие, ну, кисло-сладкие. Это самый как раз то, что надо. Резать можете, как хотите. Я сегодня хочу резать все в таком крупнокалиберном, да, размахе. А вы, конечно, режьте как хотите. Это абсолютно не принципиально. Вы будете резать яблочки, огурчики и свеклу, вообще не играет никакой роли. Здесь каждый режет как хочет. Можете мелко резать, можете крупно резать, можете вообще дольками такими продолговатыми кубиками. Ну, это ваш фасон, да? Каждый пускай делает, как ему нравится. Я люблю крупно такие салаты, потому что выглядит красивее. А вы уже делаете, как вы хотите, да? Так, пока я больше яблок не буду добавлять, сейчас я режу. Селедочку. Начну резать селедочку, да. Смотрите на эту красоту. Ой, прям я не могу. Сейчас мы так сделаем. Пришлось принести другую чашу, потому что это маловато. Ты мне такую маленькую чашку дал. Ужас. Прям пожадничал. Так. От стиральной машины сразу хотел стиральной машины дать. Да-да. А что же не дал, если ты сразу хотел? Посмотрите, как шикарно это выглядит. Так, это, мне кажется,
сюда пока. Возьмем деревянную ложечку. Так, что мы делаем сейчас? Сейчас идут огурчики и вот этот репчатый лук. Я так не могу. Ничего, научишься. Надо, что ли, мне? Тебе не надо. Ты можешь и так делать, Джан. А? Ты можешь и так делать. Помню. Обязательно надо помять. Все. И отправляем сюда. Теперь зеленый лук. Зеленый тоже нарезаешь? Да, да, обязательно. Обязательно. Беленькое сначала отправляем. Вот так вот. Так. Переходим к огурчикам. Главное, готово. Забыла сказать что-то, Джан? Посмотрите. Сегодня вообще я забыла. Сегодня новый Сереж. Здравствуйте. Ой, вы тоже. Я креатор. Это Сереж. Объясни людям, что такое креатор. Ну, я дизайнер. Дизайнер и сделалка. Она сделалка. Она сама мне новые серьги сделала. Обалдею. Я их когда увидела, я аж чуть в обморок не упала. Но такие они красивые. Как все бесподобные. Да, слетки. Я хорошие. Сама дизайнерила и сделала. Да, слетки мой такой. Видно там хорошо? Всем видно, Дяночкам. Красоту эту. С этой стороны. Смотрите, какие красивые. Молодец мой Бона. Мой золотой. Мой золотой такие мне серьги делает, видите? Там еще есть одни, да, Дя? Еще есть тысячи. Тысячи есть еще. Не разрешает мне с помадой. Мне такой помада красный. Я тоже тогда как красный Дед Мороз. Как бурак. Так, все. Это Исабель, кстати, тоже любит этот салат очень. Она готова, мы все нарезали. И сейчас переходим самому вкусному, самому главному. Шатик здесь крадется, как маленький воришка. Будем делать дрессинг. Дрессинг или соус, подлива к этому салату. Называйте, как хотите. Ну, по-советски это майонез, да? Но мы будем делать домашний майонез. И не совсем это майонез. Будет такой шикарный, очень вкусный, очень насыщенный соус к этому салату. Как раз пока соус будет готов, уже и свекла запечется. Все, переходим к соусу. Что нам нужно? В первую очередь нам нужно вот такой вот агрегат. Да, это обязательно. Сейчас я его включу. У меня был старый, очень хороший агрегат или машинка вот такая. Я не знаю, как это по-русски называется. Это штаб-миксер по-немецки. По-русски не знаю. Стоячий, да? Стоячий миксер. Вот. Ну, это тоже очень хороший дело. Да, это тоже хороший, да. У него две скорости есть. Медленный, большой. Можно на всю мощь включать. Ну, тут будет лучше. Сейчас стану выжималку для лимончика. Ножичек достану сейчас еще. И еще мне что-то нужно. Это моя пароварка говорит, что она готова. И возьмем, наверное, подсолнечное мясо. Подсолнечное масло возьму, потому что мне родители не любят, не очень любят оливковое. Да, я уже слышу, я уже знаю, видите, оно уже готово. Ох, красота моя. Какой пар. А, посмотри-ка. Да, иди посмотри, Дя. Видите? Шикарно. И там внизу собственный сок с маслицем. Закроем снова. Все.
оставляю так, пускай будет еще в тепле, пока мы закончим все. Так, что нам нужно в первую очередь? Посмотрите. Так, я беру в первую очередь лимончик. Сейчас я разрежу. Лимончик выжимаем. Смотри, как капает крупно, да? Далее сюда идут два яйца. Где-то столовая ложка или две. Столовая ложка или две любой горчицы на ваш вкус. У меня баварская сладкая. Ну и, конечно же, масло. Обязательно перчик. Обязательно соль. Обязательно сахар. Одна чайная ложка. Ну и теперь начинаем вот эту вещь всю взбивать. Пускай постоит немножко, настоится, достанем сразу бурячок. К сожалению, он не такой розовый, как у нас был, вернее, не такой малиновый, как был у нас в советские времена. Ну, тоже пойдет. Да не менее лучшего. Пользуемся тем, что есть. Видите, какая прелесть. Ждем немножко, пускай он немножко остынет. Пока будет остывать, я добавляю уже дрессинг. Такая прелесть. Красиво крупным планом, пожалуйста. Вот так вот. Теперь размешиваем. О, такая прелесть получается. Видите? Выглядит шикарно. Свекла остыла и уже отправляем к салату. Смотрите. Как я уже сказала, свеклу можно брать и вареную, и парную, и в духовке обжаренную. Любую, какую вы хотите. Так, у меня уже все готово. Принесла свои чаши. Так, это даже не знаю, что мне с этим сделать. Там еще немножко есть. Это можно просто как дип, да? Просто с хлебом вот так вот. Оставь лучше, оставь я потом. Сюда можно хлеб засунуть, размешать, и будет, не хочу я его, оставлю. И Мусик потом это все съест. Так, посмотрите, моя прелесть, как выглядит. Еще раз, последний раз мешаю и выкладываю чашу. Сейчас будем с вами выкладывать. Я уже свои перчатки сняла. Зря сняла. Ничего. Так. Посмотрите, вот это все будем. Прям вот так красиво вываливать. Вот такая прелесть. Видите, да? Ох, посмотрите. Вообще сказка. Еще немножечко лимончиком сверху. Просто для красоты. Ах, все. Прекрасно. Вот такая прелесть у нас сегодня получилась. Красавица моя. Картошечка. Картошечка наша. Любимая, дорогая. Я так, я, наверное, одену, да? А то у меня... Да, оденьте. Так мне будет лучше. Конечно. Потому что картошку мне надо обязательно немножко размешать в собственном соку. А когда... Руками еще. Да, да. О, ничего, я выдержу. Я выдержу.
ты у нас это... Я уже привыкла. Ты у нас жаростойкая. Жаростойкая, обязательно, обязательно. Да-да, дорогие мои дянулечки. Чтобы ее не сломать, чтобы она целенькой осталась, красивенькой. Сейчас придут наши Михалычи. А вот эта вода, вот этот сок, это собственный сок, да? Она в собственном соку томилась, парилась. Там же еще да. Это маслица, соль маслица, тут. Маслица, да. Да. Это самый полезный вид приготовления. Вот такая прелесть. И сюда тоже немножко зеленьки. Можно и укропчика. Сейчас добавим немножко укропчика. Ой, укропчик у меня замороженный. К сожалению, свежего нету. Он тоже, видите, какой хорошенький. Прям вот так возьму. Это, кажется, не с нашего огорода? Да-да, с нашего огорода. Узнаю. Узнаешь? Такая прелесть, видите? Ох, все. Убираем заморозку обратно. Вот это будет наш сегодняшний обед. Мы ждем, сейчас должны поехать мама с папой. К этому будет просто хлеб, больше ничего. Знаете, как вкусно? Как чипсы. Аж прямо еще не как-то такой вкусный. Сделайте это так. Это для капусты. Так ничего нет. Это для моей пузичка. Это они нарезаны, Диана, их мы с капусты махнем. Не надо чипсы больше кушать. Сделайте это, и вы будете вместо сами безумно меньше мира. Да, точно. Делайте, Джаночки. Делайте. Армяне и всего мира кайфуют так красиво, кайфуют так красиво. Армяне всего мира. Да. Весь мир это ты, я, мама и Глеб, что ли? А тебе там помада от мамы. Да? Здесь и у меня, наверное, да? Покажи. Да. Покажите, покажите. У мамы такой помада ужасный. Да, она вот так сильно прямо. Меня сильно любит, да? Тебя слабо любит. Позвольте вашу тарелку. Да. Давай, когда хватит. Иди, ты тоже здесь садись.
Из кино, да, красивые же. Хватит, да? Да, хватит. Пусть на сенджике только будет. Еще чей, он лявно. Если где-то вместе с заказом. Чей, Эльвур, пана, у тебя это дома одевать, без одеяла можно. Да, мама, бесподобная. Накладывай, накладывай побольше. Это селедка, мама любит. Хватит, да? Хватит, хватит. Спасибо. Пожалуйста. Мама, им попус на манали, папа с кинама марки к царю. Вора при. Он говорит, вот видишь, это марки, как будто марки он продает, говорю, евро, 8 евро, а потом... Говори, а потом еще 25 раз начинаем. Еще пишут, что ты это не положи. Да. Говори. Добрый грехик. Ну что, можно? Да. Можно попробовать, да? Да, конечно, пробуйте, Михалыч. Михалыч сейчас попробует. Песенчик. Очень вкусно. Насыщенный такой. И лимон, и селедка, и яблоко, ляпота. Очень вкусно. Ну я вообще такой ликер люблю, только айр не люблю. Айр а это яичный? Вот, яичный не люблю, а люблю вот другой, кремик. Очень вкусно. Это тоже такое же, очень вкусно. Михалыч, как ты ликерчик? С удовольствием пьешь. У вас много бутылок, я видела, вы сколько тут пьете? Они сказали, что они завернут мне. Не переживай, мам, тебе каждому по бутылке. На войнах ты как раз. Да. Каждому по бутылке. Очень долго его делать? У нас еще один рецепт. Нет, две недели он готов. Очень вкусный. Я вчера Климу говорю, давай налей-ка, посидим вечером поздно, да? Он пошел налил. Ну, могу есть постоянно, Мангу постоянно, нельзя сказать, да, что вот это... Да, нужно только, чтобы очень спелые фрукты были, мам. Да? Кирилл, а это какое, на водке или... Это на роме, кубинский ром. Ах, что? Кубинский ром. Да. Ром? Мне кажется, рома вкуснее. Да. У него же свой еще заработает. Он же 50 оборотный. Знаешь, контраст разных вкусовых качеств, да? Ты имеешь в виду салата? Салата, да. Да. А, говори, Джиге. Вызывают. Ну там. Вызывают. Что вызывает? Такой прилив. Бодрости, энергии. Хочется жить. Кисло-сладкий, да? Кисло-сладкий.